Дорогие друзья, мы очень рады приветствовать вас на нашей сегодняшней программе, которую мы посвятили одному из самых интересных мест на Земле – Гималаям. В нашей программе принимают участие Элеонора Моргурина, Кathak. Вы услышите удивительных музыкантов, которые долгие годы посвятили изучению и исполнению индийской классической музыки. Светлана Janardan. Первая в России профессиональная исполнительница на ситаре и цурбахаре, школа Индатхана. Она также является исполнительницей североиндийского классического стиля пения хиндустани, который она изучала в традициях делийской школы. Прекрасный перкуссионист. В сегодняшнем концерте он играет на табла. Кирилл Паренчук. Он изучал табла в традициях делийской школы. На гармонию Анна Пашкевич. Великолепный музыкант. В настоящее время она изучает табла в культурном центре при посольстве Индии. И уже достаточно преуспела в изучении этого инструмента. А в нашем концерте она согласилась нам аккомпанировать на гармонии. Екатерина Селиверстова. Ей отводится очень важная роль – парант или речитатив. Удивительный человек, высокий профессионал, хореограф, исполнитель индийского классического танца Кathak
и руководитель одного из самых замечательных коллективов в России, коллектива индийского танца «Чатка». Вандану, которую вы сейчас увидели, музыку к этой вандане написала Светлана Джанардан. Стихи также, когда Светлана нашла. Вот, а миссис Саксена, которая сегодня присутствует с нами, преподаватель индийского культурного центра, профессор санскрита и языка хинди, она перевела сложный санскритский текст с пояснениями, что позволило нам лучше передать смысл вандана в танце. Дорогие друзья, мне бы хотелось еще поблагодарить вас, что вы пришли к нам сегодня. Очень приятно видеть столько знакомых и дружественных нам лиц. Мы начинаем сегодняшний концерт с исполнением инструментальной музыки «Sitar». Светлана Джанардан играет для вас «Рага Яман». Thank you.
Катхак, он принадлежит к североиндийской классической танцевальной традиции. В Катхаке различают два танцевальных направления и школы. Это Лакнау Гарана и Джайпур Гарана. Очень часто сравнение между ними сводится к упрощению, что джайпурская школа — это скорости, сложные ритмы ног, а Лакнау Гарана — изящество и пластика. Мы позволим себе не согласиться с этой точкой зрения и хотим предложить вашему вниманию композиции, которые характерны для этих двух школ. Как нам кажется, они очень хорошо гармонируют и дополняют друг друга. Мы начнем программу в средней скорости Матвене. И первой композицией будет «Паран Амат», которая очень характерна. Именно эта композиция школы Лакнау. Ta-di-da, ta-di-da.
алфавита. Их нам любимый доставил Аршанинида, за что мы ему уже благодарны. Он сегодня возвратился из Индии и, к сожалению, сумел прийти. Кавиты, которые посвящены Богу богатства, покровителю Севера, учителю Гималаев, Богу Кувери. И кинары, это полубоги. Он очень расположен к тем людям, которые усердно поклоняются ему, делают тапасы. Их он обсыпает дождем, благополучием и благоденствием. Thank you.
заключается в том, что на базовый такт, который я показываю, как та-та-та, я буду накладывать 4 удара, всегда ринги, 5 ударов, та-та-та-гита, 6 ударов, та-ка-сина-гита, 7 ударов, два-гита, на-гита-гита, 8 ударов, да-гита, да-гита-гита, 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 и 9 ударов, та-ка-дима, та-та-та-гита. Thank you.
Светлана Чанар. Я считаю,
прямиком и напрямую посвящена горам Гималая. Рада Бхару. Прежде чем я сыграю это произведение, я должна перестроить ситар. Выйти – это совершенно нормальное явление, когда инструменталист переставит инструмент, публика спокойно ждет, и тот, кто разбирается в раге, тот, естественно, понимает, что «О, сейчас будет такая-то рага или такая-то рага», в зависимости от того, что он слышит. Итак, рага Бхару. Bye.
мы исполним как никак и как слава. Закончим Лари. Чао, Лари. Она обратилась за помощью к Богу, к любви и камне, которого она сегодня.
мальчик родился. Я уже танцую, уже танцую весь наш день. Спасибо большое еще раз за поддержку. Надеюсь, до новых встреч. Конечно, огромное спасибо нашим друзьям, коллегам за помощь, за отклик, вообще за поддержку. Спасибо. Классическим диском музыка подается среди пора, к кому обращаться.